Зима пришла, теперь официально календарно. И мы, как снег на голову, решили свалиться всем тем предпринимателям, юридическим лицам, которые нарушают правила благоустройства города Нижневартовска и вывозят снег со своих участков на спецполигон, а просто выталкивают их на территорию соседей. Так вот, ради таких людей мы начинаем снежный патруль. Ну и наш первый кандидат. Предприниматель со своей парковки закидывает снег на территорию, не принадлежащую ему. Скидывает он ее на деревья, которые растут вдоль забора. А так делать нельзя. Нарушать правила. Правила вообще не для всех писаны. Нарушать правила вообще никому нельзя. Опа! Чтобы ты меня слышал, а я буду смотреть, наблюдать. Надо подобраться поближе. А то плохо видно. И оба. Ну и вот они, эти снеговые кучи. Падают, как я уже сказал, на деревья. Непонятно, конечно, зачем предприниматель его скидывает сюда. Потому что снег растает весной. И вода вся пойдет к нему. Владелец гостевой парковки на перекрестке улиц Интернациональная и Северная в этом году уже получил 7 протоколов об административном правонарушении. Неизвестно, по какой причине трактор, который был заказан предпринимателем, выкидывает снег за забор. Этот момент мы поймали на камеру видеонаблюдения. Проводится профилактическая работа с контролируемыми лицами, это с юридическими и физическими индивидуальными предпринимателями. Объявляются предостережения о соблюдении данных требований при проведении снегоуборочных работ. Также осуществляются и профилактические визиты с целью недопущения нарушения данных требований. Если вы уже знаете, кто из таких же предпринимателей или юридических лиц, или просто подозрительных граждан выбрасывает снег в неположенных местах, не увозит его на спецполигон, пишите нам, мы примем свои меры. Ну а с вами был снежный патруль телеканала «Самотлор», корреспондент Николай Терещенко и оператор Роберт Шерифьянов, которые возились для вас в снегу.